Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. 93 специалиста приехали в Киров из стран СНГ в 2023 году. Это участники программы переселения соотечественников. Ими могут стать кандидаты от 18 лет до пенсионного возраста. Каждое заявление рассматривается индивидуально с учетом имеющейся у соискателя квалификации, опыта работы и актуальных в регионе вакансий. Например, на последнем заседании межведомственной комиссии по реализации программы положительное решение было принято по заявлениям учителя рисования из Армении и индивидуального предпринимателя из Азербайджана. Они вместе со своими семьями останутся жить и работать в Кирове. Подать заявление на участие в программе можно в Управлении по вопросам миграции МВД России по Кировской области. В дирекцию благоустройства в Кирове ищут руководителя. Мэрия запустила конкурс на замещение вакантной должности. Освободилась она, напомню, после того, как свой пост покинул Владимир Кукарека. Он не работает в дирекции с 6 декабря. Чтобы стать новым руководителем муниципального казенного учреждения, нужно иметь высшее профессиональное образование, техническое или инженерно-экономическое, и стаж работы на руководящих должностях в этой отрасли не менее 5 лет. Документы от соискателя принимают до 12 января. Собеседования будут проводить 17 числа. Подробную информацию можно получить по телефону 760417 и на сайте мэрии. В эфире «Экономика». В Кирове на Стелле за 62 миллиона нашли дефекты на плохое качество работ, обратили внимание кировчане. Информацию о выявленных дефектах подтвердили и в администрации города. Там пояснили, что некоторые части конструкции требуют подкраски. Эта работа будет проведена в рамках гарантийных обязательств при благоприятных погодных условиях. Что касается сообщений в соцсетях о якобы ржавых конструкциях, то в мэрии заверили, что металлические конструкции мемориального комплекса находятся в хорошем состоянии. Подрядчик заверил, что они состоят из нержавеющей стали, соответственно, устойчивы к коррозии. Отмечу, Стеллу Киров, город трудовой доблести, установили в сквере на углу Карла Маркса и Профсоюзной на прошлой неделе. Ее стоимость превысила 62 миллиона рублей. Городские депутаты считают, что она завышена в 2 раза. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика».